Сестры Анна и Елена создали свой бренд «Обнял» в самый разгар пандемии. Девушки начали выпускать стильные и удобные теплые спортивные костюмы. Они пришлись очень кстати, когда большая часть страны перешла на удаленку. Развитию предприятия помогла и господдержка. С ее помощью закупили оборудование, увеличили штат работников и съездили на международные выставки. Но в первую очередь сестры рассчитывали и рассчитывают на собственные силы. Вот он, залог успеха. Ну, я думаю, что в тех условиях, с которыми сейчас столкнулся малый бизнес, в принципе, практически каждый рассчитывает на поддержку. Но я здесь хочу сказать, что, безусловно, не стоит думать об этом как о единственной мере. В первую очередь нужно работать самим. Поэтому санкции пугали девушек лишь пару дней. Затем выстроилась концепция работы в новых условиях. И появились планы на расширение. Будут увеличивать штат сотрудников и расширять ассортимент. Шить летние платья и не только. Костюмы мы не закрываем. Костюмы – это наша база. Мы ее будем шить. Шили, мы это делаем очень хорошо. Мы нашу базу расширяем. Мы сейчас переходим к классической одежде, к офисной одежде. Это самое главное – это качество, оно остается. И также комфорт. В нашей классической одежде, это брюки, свитшоты, джемпера, в ней будет очень удобно целый день ходить, сидеть и так далее. Хороших вам новостей!